И всем доброго денька. Мы находимся в Катюхиной комнате. В будущем это будет гостевая. Потолок. Вчера вышел ролик, кто не видел, ссылочку оставлю в описании. Наконец-то он завершен. Не хватало двух светильников. Наконец-то мы их нашли. Ну и закупили заодно люстру, тоже дешевенькую. Бронзовые отступы. Вот они красивенькие, под цвет наших бронзовых светильников. То есть в одном стиле. Подобрали все круто. Еще новенького здесь. Мамуха сделала тюль красивую, занавески. Видите, красота. Ну и осталось две последние вещи. Две с половиной. Первая — это полку деревянную. В скором времени мы начинаем ее делать. На улице уже тепло. Шкаф, который мы сегодня изготовим. И светильники. Но в светильники пока это не ко мне. Тут стиль жены. Какие скажет, такие поставим. Шкафчик обшит фанерой, там находится шумоизоляция, там находится гипсокартон, душевая. Здесь находится шкаф, саморезы, это полки. Полки того шкафа. Ну, то есть, типа, здесь такая ниша, которая при входе в комнату, кто не знает, заходим в комнату, и тут нет, видите, ни тумбочек, ни шкафов, и шкаф встроен в стенку. То есть, он не отнимает лишнюю площадь. Какая площадь комнаты? 14,3. Комната не маленькая, тут можно разместиться прям. Пока это временная детская, потому что детская на 21 квадрат. Пока еще там даже конь не заходил в стойло. Что здесь буду делать? Зашивать заднюю стенку, обшивать эту часть. Два минуса. Первое, нет материала. Второе, это модель шкафа, которая там есть, не устраивает жену. Это будет немножко побольше. То есть полки будут под 60, а те... А нет, под 50, а те по 40. Две стопки одежды, ну, в притирку, нужно сделать свободней. Сделаем, что? И нет материала. Но жена нашла решение, потому что папуха уже хотела идти покупать два листа USB только на заднюю стенку. Ой, фанеры. А это почти 2000 рублей. Ну да, такая экономика. Есть вариант получше. Бомж-вариант, как вы любите говорить, из говна и палок. Так, мы перемещаемся в комнату Катюхи. Та-дам! Это не взрыв на свалке, это пока Катюхина комната, это наше наследство. Поэтому часть будет переберем, разложим, остальную часть просто выкинем. На Авито бедным просто либо сжигать. Тут столько мусора, вот серьезно. Тут куча хлама осталось от кухни, от предыдущих шкафов. Часть идет в мастерскую. Мне в мастерскую. Часть мы сейчас из этого будем что-то лепить. А что я нашел? А я нашел ламинат. Поэтому изготавливать будем, да, из ламината. В общем, вытаскиваем и пойдемте мерить.
Так, пол готов. Сейчас, думаю, негатива будет. Были кусочки ламината. Я его сюда постелил. Тут, в принципе, как раз по расстоянию будет полка вот сюда. То есть она это закроет. То есть это будет вот так визуально. И вот так начинается полка. Все. Тут будет такая типа подступенька. Под нее будут маленькие коробки. Вверху будут большие коробки. И начинается. То есть, по сути, вот эту полосу мы как раз то есть практически не увидим. Поэтому что там, как там, вообще не важно. Там ходить никто не будет. То есть слоны здесь ходить не будут точно. Я склеил, чтобы не расходилось. Ну, вы же сами пишете, что саморезы, Леха, ты что, нельзя использовать. Вот, маленькое помещение, по-моему, 50 на 1,20 м. И кусочек кварцвинила приклеил, ну, больше нечего. К тому же здесь начинаются стеллажи, эту часть вообще видно не будет. Ну, просто если она открыта, не эстетично. Вот только и всего. Так, ну и теперь что? Теперь сейчас у меня тут где-то завалялась оконная прослойка. Сейчас поклею ее. Не знаю зачем, не спрашивайте. Она просто валяется, а сама хочу ее выкинуть. Я просто наклею сюда. Ну, якобы погасить виброшум. Но это не точно. И начнем нарезать ламинат и потихоньку выкладывать то, что выложим, посмотрим, как получается. И, наверное, пока еще нету вечера, пока еще день, сбегаю на рынок, нужно купить 3 уголка. Здесь протестируем. Ламинат сейчас соберу. Тут останется, получается, вот такой стык. Его нужно закрыть до конструкции стеллажа. Здесь тоже. И здесь сделать красивую накладку. Но это не к спеху, но нужно закрыть и ламинат, и часть стены. Кстати, в той комнате у меня тоже не сделано. Ну, то есть, это будет первый шкаф, который закончен на 100%, тот на 90%. Так, ну что, пока сохнет клей, написано 20 минут, я пока распилю все заготовки, подпишу сейчас и начнем собирать, наверное, когда все высохнет. Ну что, первый этап готов. Смотрит даже лучше, чем я думал. Надо, наверное, на той стенке будет также разобрать и сделать нормально. Ну или постараться что-то сделать похожее. Оставил зорочки. Ну и прикупил уголок. Где он? Вот образец у меня.
Так что можно не переживать за саморезы. Уголок. Опа, и закроет все. И будет красиво. Уголок приклею также на клей по дереву. Татухе тоже понравилось. Теперь, думаю, обшивать эту часть. И уголок у меня есть, который вот так вот так красиво все закроет. Будет ровненько и красивенько. Это будет все в одной серии. Да, сегодня я, возможно, не успею, потому что кое-кто спит. Уже нет. Ну, так что, возможно, успею. Так, ну и теперь надо... Теперь надо посчитать, что у нас по ламинату, так что, возможно, не хватает. На стенку нужно... Катюхе, у нас тут серьезные съемки. Слышишь? Да, поснимаю что-то с ребеночком. Но мама отдыхает, поэтому я пока за старшего. В общем, нужно еще 14 штук. А они все уже потрепанные, походу. Ну, вот такие вот с жиром, с зеленкой. Я самое лучшее отобрал. Теперь нужно забрать... лучшие из худших, как обычно, знаете, как конфеты. Сначала вкусные, потом менее вкусные. А, напилю в полутемноте, потому что на улице уже потемнело. Мы это все закроем, и пока будет застывать клей, благо разметка есть, будем напиливать уже конструкцию стены. Так что также в темпе весело собираем вот эту самую крутую часть. Ну, как-то так. Получается, в принципе, симпатично. Не весь, что это шкаф. Да, ламинат, конечно, старый, немножко потрепанный, но ничего. Все равно на лестницу бы я ее не использовал, потому что мне по цвету не подходит. Потому что полка будет вот такого же цвета, плюс на такого же цвета, оно все слилось, и ни вкус, ни радости. А в шкафу самое то. Зато можно протереть тряпочкой, если что. Ну, в общем, мы все помыли. Как видите, оно блестит. Теперь можно приступать к полкам. И у нас опять нету материала. А, вот эти вот части нашел. Это вот будут доборы для крепления дверок. Чтобы было красиво. Ну там типа дверки кривые. Но это не самое страшное. Как всегда. Нужна глубина 50.
А осталась только вот такая деталь на 40. Да, и поэтому придется все-таки делать из маленькой детальки на 40. И в конце потом, ну там где-то в задней части стены, сделать вот такой добор. Ну то есть вот так вот. Да, будет 50, закрыто. Ну просто других вариантов нету, а собирать из двух составных частей. Ну и зачем? Так будет меньше прочности. Полки вот есть, сделаю из похожей древесины. На часть полок найду. Их нужно 5 шкафов, получается шкафных полок, вот здесь 5 штук. И 2 поперечных, между ними палки. Так что лепим опять из того, что есть. Но вот есть пока только вот это, вот из них буду добирать. Ну, как получится, сейчас посмотрим. И что-то вырисовывается. Да, бомбим. Сейчас уже день, в принципе. У меня что-то с окном случилось. Вот отсюда почему-то сквозит. Скорее всего, какая-нибудь. Вот можно всегда помолчать, можно слышать дорогу. То есть это вот из-за окна. Походу резинки ослабли. Странно. Но когда было холодно, руку прислонили, немножко поддувало. А почему в комнате прям не чувствовалось, что холодно? Потому что батарея стоит не по нужным секциям. Ну, рассказывал, нужно 8, а у меня стоит 10. Она, видно, справлялась. Но это плохо. Поддувает, возможно, грибок, плесень, сырость, конденсат. Надо посмотреть, меняются ли в окнах вообще резинки каучуковые. И посмотреть, что за фигня. Так, ну что по шкафу? Что по шкафу? Получается колхозно, стильно, модно. Сейчас закидают комментариями. Да, видно уголки. Они продаются, можно закрыть. Ничего, они десятка. Главное, прочно. Я в ней могу встать, я уверен. Она на 10 сантиметров шире, чем с той стороны шкафа. Прочненькая, чистенькая, не со свалки, не с помойки. Это со старого шкафа, который там по наследству вот ездит из квартиры в квартиру. Вот разобрали, распилили. Нормально, прослужит долго. Вопрос по заказал бы распил, да, сделал бы себе. Но то, что мне скидывали адреса по там ссылке, смотрел распил, что-то вообще он не дешевый, что я покупаю готовый вот в Мерлене, вот эту вот доски пилю сам, что готовый под распил, мне кажется, там еще и с накруткой. Я что-то дешевизну вообще не увидел, может, не там смотрел. А самое удивительное, что вот шкаф будет собран, допустим, ну вот с вентиляцией, да, разного цвета, видно уголки. Ну и в принципе все. И то, что он будет покупной, собран из каких-нибудь элитных материалов под заказ, под размер. Внутри
функционал вообще не поменяется, вот только что ты будешь знать, что это был на заказ. Мы от него отдали там 60 тысяч, или сколько там шкаф стоит. Главное, чтобы внешне, а внешнюю конфетку я сейчас сделаю прямо при вас, сейчас покажу, как это у нас получится. Но это не точно. Ну, подошли к завершающему этапу. Здесь вопросов нет, почему это находится не под этой. Если повесить футболку, то она будет кончаться где-то, ну, вот тут вот, плюс-минус. И как раз она не будет мешать вешалке. Ну, то есть, по сути, если мы вешаем, получается, футболка кончается где-то здесь, плюс-минус. Если, конечно, пониже. А так это детская, конечно, будет пониже, она будет здесь кончаться. И плюс, когда начинается вешалка, она сейчас отступает немного, и как раз здесь. То есть здесь, допустим, маечки, кто-то платья. И они друг другу не мешают. Ну и там, почему отступил сюда? Тут, получается, переиграли сразу два хода. Во-первых, верхний не будет мешать нижнему, нижний будет мешать верхнему. И коробки. Здесь висит маечка. В углу можно поставить какие-то коробки, эти не будут мешать. Если прям стойку сделать здесь, то, естественно, вниз уже ничего не поставишь. И, соответственно, для этого еще отгородили нижнюю часть. То есть, иначе будет захламление, ну, знаете, то есть, этого части нету, коробку ставишь, и коробка уже снова упирается, думаешь, что-то неправильно труба приключена. Вот так. Ну и вверху тоже для коробок. Шмотки, коробки, висюльки. Я даже не представляю, что мы там будем делать с гардеробной, какой там будет мощь. Наверное, там будет все в этих трубках. Но она нужна. Там она будет двухъярусная, в два этапа. Ну все, теперь нужно это все отклеить, сейчас померить планку, вынести дверки и будем крепить одну направляющую к потолку и одну к полу. Ну и на этом должен шкаф закончиться. Осталось только в этом бардаке найти эти двери с зеркалами. Так, я пошел искать.
Та-дам! Шкафчик готов. Фу, с трудом, но сделал красиво. Уголок приклеил. Законченный эстетичный вид аккуратненький. Вот. Пожалуйста. Когда мода на ютубе. Вот, смотри, красиво, да. Все, нормуль. Ну, здесь по старинке планку прифигарил. Вот. Ну, дверцы еще пока не помыл, но помоем. Так, в целом. Нормально все ходит, открывается. Ну, вверху там уголок, потому что это иначе было бы видно железку. Ну, просто я не могу же подрезать дверцу, стекло подрезать. Прям так зафигарил. Единственное, вот здесь надо будет что-то придумать. Ну, занавеска не очень видно, но продух для шкафа есть. Ладно, потом что-нибудь изобрету. Но внутри шкафа я показывал. Тут, в принципе, ничего нового. Вешалка появилась. Я уже все помыл. Полностью уже. Катюха вчера пробовала, бегала тут, визжала. Так, 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 так. Это, блин, неудобно открывать. Вот так лучше. Ну что, все, шкафчик готов. Бюджетно. Как там сейчас напишут, из говна и палок. Ну, из того, что был. Из трех шкафов. Один шкаф, вот это вот зеркало от по-моему, большого какого-то шкафа. Это от секретера. Это от ламината. И полки от тумбочки вообще. Так, потихоньку из чего-то, но получилось довольно-таки красиво. Ну и все, что дальше-то? Дальше я, наверное, буду заниматься сейчас этой комнатой, доводить до идеала. Мне осталось только приделать плинтуса. Вот здесь навести красоту. То есть я вот нашел центральное выравнивание, как это назвать. Ну, то есть по-другому дверца, вот если прислонить, здесь был гигантский зазор. Но так катается. Связано с регулировкой вот этих механизмов, там под шестигранник. Я что-то так вчера колупался, так и не смог ничего придумать. Ну, это пока временный вариант. Денька на 2, на 3. Пока я что-то придумаю оригинальное. Можете подскажете. И все, приклею плинтус. Здесь плинтуса не будет, иначе пропадет красивая картинка. Вот она. Тут я нанесу эту затирку, пора вносить. Здесь будет маленький такой тоненький уголок. Приклею плинтус, подкрашу белым цветом потолочный плинтус, потому что он клеился уже на готовое, как многие писали. Сначала клеится, делается ремонт, а потом наклеивается плинтус. Да нет, лучше сначала наклеить плинтус, а потом покрасить потолок. Я уже выучил. И наличники. И все. И комната готова на... На сколько? Ну, на 99%. Останется только два светильника. Ну, жена хочет здесь сделать такие, знаете, которые чпунь, вот так включаются. Ну, на цепочке. И все, и больше здесь делать нечего. Так что, думаю, еще ролик, и мы оттуда полностью. Комната будет написана, закончена 99%. Потолок полностью, шкаф полностью, плинтус. Ну, белки эти вот. Окно есть, силиконить ничего не надо. Поэтому здесь практически финиш. А, ну еще полка. Ну, полка, я не буду ничего не штробить, ничего. Я думаю, просто ну, вырежу, померяю. Сразу погрунтую, покрою лаком, или как он там, пропиткой. И просто на монтажную пену. Чпоньк, и ее никуда не денется. Ну, конечно, если потянуть с ноги, можно оторвать, получится. Ну, я думаю, вряд ли. Ладно, на этом все. Пойду делать видос, потому что сегодня уже... Сегодня что, вторник? Поэтому с наступающим, мужики. Увидимся.